Почему нам нужны жирные продукты? Для того, чтобы, во-первых, было вкусно, во-вторых, было полезно. Только из продуктов нормальной жирности у вас будет хорошо усваиваться кальций. И когда говорят о том, что кальций из молочных продуктов не усваивается, да, он не усваивается. Из обезжиренных продуктов его там просто нет, и он не может, те остатки кальция, которые есть, не может их усвоить. Поэтому мы берем продукты нормальной жирности. Если это творог, то мы берем 5-9%. Вы можете не брать 12%, если боитесь поправиться. Если вы берете кефир, то это 2,5%. А что же делать тем, кто не может есть молочку по каким-то причинам? Где им брать кальций? Здесь для вас очень хороший выход – это кунжут. Вы можете посыпать им готовый блюдо, приготовить тахини, либо сделать кунжутное молочко, так как кунжут является рекордсменом по содержанию кальция среди растительных продуктов.